Всем здравствуйте! Это я, пенсионерка из Крыма. У вас есть свободная минутка? Давайте прогуляемся со мной. Я покажу вам наш сад. Я радуюсь, как ребенок. Уже наши деревья, яблоньки с яблочками, черешни плодоносят, груши молодые плодоносят. Понимаете, и это все не может не радовать. Правда, и работы в саду предостаточно. Всем хватает. И нам, и детям, и внукам. В общем, все работаем. С цветочками тоже есть работа. Вот обцвела гвоздичка. Нужно ее обрезать. Чем я и занимаюсь. Изначально была задумка создать малоуходный сад. Но насколько он малоуходный, пока трудно сказать. Работы в нем хватает. Результат моего труда. Вот стало все аккуратно. Обратите внимание на эти сосенки. У нас их 4. Нам их привезли из Сибири. А это роза Высоцкого. Цвет у нее очень красивый. Мне нравится. Очень красивая роза. А это моя мама. Она собирает улиток. Улиток у нас нереально много. Я пока не приехала в Крым, я даже не подозревала, что столько вредителей существует на сад. Тля, клещи, аленка. Это просто нереальное количество всяких. Я даже их названия не знаю. Но то, что они уничтожают сад, цветы, это я знаю уже. Приходится все это обрабатывать. Просто нереально. Как так природа создала такую красоту, Крым, тепло, и вдруг столько вредителей. Живая съемка. Не знаю, что из этого. Надо было снимать, как вы за двор ходили. Блогер. Да, Дина. Идите уже, ноги, горло болит. А ты знаешь, теплая вода? Знаю, теплая. Ну вот, закончился дождь. А это я. А это моя внучка Ксюнечка. Мы с ней будем смотреть, что у нас после дождя. Какая красота. Все деревья мокрые. Так свежо,
Пахнет так свеже, здорово. Мне нравится время после дождя. Классненько, просто чудо. Розы такие красивые. Правда, они поникли, дождь их прибил. Все они такие стали бедненькие, жалко их, но они очень красивые. Это Мишка.